Добрый день, меня зовут Кефна Дмитрий Васильевич, я являюсь основателем, руководителем студии Beautiful Art города Караканда, Казахстан. Также я являюсь участником различных проектов и фестивалей, таких как Golden Time, Fiesta Lonia, Art Vino. Также являюсь участником нашего сообщества, нашего города, это художники в Масса КРГ, которая занимается продвижением творчества. Также я являюсь спонсором и организатором выставок в музеях для учеников нашей студии. Организовываю выезды в другие города на художественные фестивали. Наши ученики достаточно занимают престижные места, так как очень старательно и серьезно подходят к своему делу, к делу творчества. Я считаю, что быть художником – это цель не только нести самому прекрасное в этот мир, но и передавать опыт сотворения прекрасного следующему поколению. Ведь, как говорится, что искусство – это единственный способ оставить след на этой земле. Также хочу сейчас представить свою конкурсную работу, выполненную на холсте масло, живопись и золотая пота. Почему именно сокол? Так как я являюсь художником-анималистом, и мне нравится изображать именно птиц, животных, так как считаю, что даже те люди, художники, которые изображают портреты, это очень большой труд. Но также надо не забывать про наших, так сказать, нашу вторую половину нашего мира, это животный мир, который с нами очень взаимосвязан. Птица-сокол – это олицетворение силы и в то же время свободы. Это олицетворение мощи и в то же время прекрасного образа. Это замечательная птица, которая является очень красивой и очень достойной среди многих птиц, существующих у нас на Земле. Надеюсь, что моя работа понравится людям, жюри, зрителям, кто будет оценивать, смотреть. Давайте вместе делать мир прекрасней, продвигать творчество и делиться опытом с подрастающим поколением, ведь они наше будущее. Спасибо большое.